поздравляю тебя с первой домашней победой. Расскажи свои ощущения от матча. Ну, спасибо за поздравления. Ощущения только положительные, потому что наконец-то удалось победить дома. Неудачно начали чемпионат, и надо было как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. Но у нас сегодня получилось. Ты являешься одним из лучших игроков, 7 очков уже за такой короткий промежуток с начала сезона. Как удалось добиться таких результатов? Ну, надо было просто работать на тренировках. Отлично провели предсезонку. Ну и результат сам собой приходит. Главное работать, и все придет. Успели хоть отдохнуть с предыдущего матча? Ну да, у нас вчера был разгрузочный день, был легкий лед с утра. Ну и после обеда отдыхали, готовились к игре. Каково играть с игроками первой команды, с соседами, с Калинином в одном из матчей? Ну, видно опыт, видно, что люди поиграли уже за первую команду. Ну, приятно с ними играть, понимают игру.